Кем вы являетесь в этом ярком действии? Я леди Фуршет. Здравствуйте, кто вы? Откуда вы явились? С небес к вам на землю. Одни молчаливо встречают гостей, другие завлекают своим неземным светом, третьи покоряют игрой с пламенем. Зачастую лицезреть столь жаркое действо в исполнении артистов четинцам доводилось по воле случая. Так удивить прохожих огненным световым пиротехническим выступлением покорители пламени могут в любой точке города. Отследить же перемещение огненного театра можно по ленте новостей в официальной группе ВКонтакте. Номеров у нас очень много. Вот сейчас мы готовим программу русскую народную на ходулях. У нас все артисты будут на ходулях, у нас будет медведь, балалайка, и балалайка будет пиротехническая. У Забайкальского огненного театра Magic Fire немало номеров заготовлено и для особых событий. Так, например, на свадебное торжество предусмотрено романтическое пиротехническое шоу «История любви», где есть место ярким маскам, пылающему сердцу и россыпи огней. Столь зрелищные выступления могут стать отличным подарком на юбилей, свадьбу, выпускной или другое значимое событие. Программа театра включает эксклюзивное выступление ходулистов, живые статуи, леди Фуршет, танцующих гигантов, огненное и пиротехническое шоу, музыкальный фейерверк. Артисты работают с любым бюджетом и организовывают самое сложное представление. Magic Fire! Марина Редрова, Валерий Широков. Специально для ЗапТВ.